Так, всем доброго времени. Доброго времени суток, так сказать. Сегодня короткий ролик по новому проекту. Купил коробку ВАЗ-2108-09 и так далее, да. Ну, короче, девятка или восьмерка. Четырехступенчатая, рабочая. Так, без приводов. Привода надо отдельно покупать по 800 рублей. Брал в Барнауле у своего, так сказать, постоянного поставщика. Да, так как я постоянный покупатель, мне сделали даже скидочку. Блин, вообще прям, можно сказать, подарок. Большое спасибо. Сейчас буду распаковывать. Поставлю туда и буду распаковывать. Ну-ка. Да, 32 килограмма. Масло слито. Это очень хорошо. Маленько там что-то бежало, видно. О, даже выжимной подшипник есть. О, блин, вообще отлично. Вообще отлично. Так, а это у нас... Что это? Выключатель, да? Ага. Вижу. Ладно. Все, красотень. Даже выжимной подшипник есть. Отлично. Привода отдельно придется покупать. Так. Ну и все. Вот такой ролик сегодня короткий. Новому проекту быть, да? Так, это вот так вот встанет коробка по вдоль рамы. Здесь вторая будет сверху стоять. Да. Ни одной цепи не будет, хотя, возможно, цепь, может быть, будет и здесь вот, от одной коробки к другой, но там будет ижевская цепь, оборотов здесь больших не будет. Так, вот так вот. Ну все, продолжаю дальше работать. Да, коробка приобретена на спонсорские взносы. Вот, это поработал мой тракторенок. Если кто скажет, а, халява, да. Халява. Ну, почти 30 часов он отработал, блин, на эту коробку. Вот так вот. Ладно, все. Всем пока. Удачи, добра, мира. О, вот так.